Hey, man. Вы любите шоколад? Только если с колой. Да, это какая-то хорошая комбинация колы и шоколада. Интересно, почему? Хотя одно открыли на несколько веков раньше, чем другое. Да, что же делали люди? Я тоже не понимаю. С другой стороны, они так похожи. Оба внутри черные. Раньше не думал об этом. Кстати, я люблю пить колу перед сном. В коле есть пузырьки и кофеин. Пузырьки делают мои мысли легкими, а кофеин придает ускорение. И тогда мне часто снится, что я дирижабль, огромный и блестящий, который летит влекомый своими паровыми турбинами навстречу ветру над холмами викторианской Англии. И я лечу дальше, навстречу восходу, утреннему солнцу, и чувствую ветер на своих обшитых брезентом боках. Это очень запоминается. Представляешь, сколько всего со вкусом колы? Ну? Ну, леденцы, чупа-чупсы, это же жевательный мармелад. Так это что получается? Что эти вещи хотят быть похожими на колу? Или что эта кола таким образом притягивает к себе людей? Да это же заговор. Это же очевидно. Дети вырастают. Да. Пьют больше колы, накушавшись всякого такого. И становятся похожими на нас. Ну, да. Ну, хотя на них жаловаться. У нас же есть кола. И шоколад. Да, и шоколад. Блин, знаешь, я вообще уже опаздываю. Куда? К парикмахеру. Да? Хорошо, что ты сказал об этом. Я тоже думал туда сходить. Я вот уже не знаю, если честно, зачем записался. А мне надо, смотри, мои волосы даже длиннее, чем твои. Давай ты пойдешь вместо меня. Ну, неплохо. У меня даже сегодня свободный вечер. Хотя я собирался посмотреть нового Джармуша. Но я думаю, парикмахер — это достойная альтернатива. Ну, отлично. Оп. Держи, тут адрес. Спасибо, спасибо. Отлично. Знаешь, я опаздываю. Да? Куда? К парикмахеру. Блин, жаль. С тобой приятно пообщаться. Да, да, спасибо, но это дело безотлагательное. Пока. Пока.